Привет, друзья! Спасибо вам за множественные отзывы на мое видео по поводу генической, по поводу моего видения всей этой ситуации. Без сомнения, мы посмотрели за развитием ситуации, и развитие не заставило себя долго ждать, потому что сегодня на российских телеканалах я услышал вот это. Тепло пришло буквально через несколько часов после того, как Владимир Путин распорядился пойти навстречу жителям города в Херсонской области. Они просили власти Крыма помочь с газоснабжением. И это несмотря на... Долг за прошлогодние поставки 18 миллионов рублей украинская страна платить не собирается. А вот о критической ситуации. Ситуация критическая, Геничевск замерзал. Превращался в ледышку. О том, что ситуация там близка к критической, и тысячи людей фактически оказались в холодной ловушке, в Киеве, конечно, знали. Однако помочь не смогли. Они не смогли, а вот россияне смогли. Холодная ловушка теперь обогрета. Но не связанный с инфраструктурой единой газотранспортной системы Украины. Он зависит лишь от собственной добычи из месторождения у села Стрелковое в Азовском море. Мне нравятся иллюстрации, вот это вот мороз, идут люди закутавшись. Смотришь на это видео, я же самого какая-то дрожь пробирает. Вас не пробирает, не? Пока российский газ согревает жителей украинского Геническа, в Киеве упражняются в красноречии, убеждая, видимо, самих себя, что никаких поставок из Крыма нет, тем самым пытаясь скрыть истинный масштаб катастрофы. Да, на самом деле Киев начал отрицать поставки из Крыма. И, по всей видимости, по предположению вот российских журналистов, Киев пытается скрыть масштабы катастрофы. Лопающиеся от мороза трубы, отсутствие отопления в квартирах и школах. Эта ситуация повторяется из-за того, что город отрезан от основной системы украинского газоснабжения. Лопающиеся трубы. Вы слышите, да? Я не просто так это все показываю. Это все важно. 5-10 градусов мороза. И давление буквально падает. На четвертом этаже у нас газа уже нету. Очередной катастрофы в городе, возможно, удастся избежать. Ну, слава богу. А произошло с властями Геническо то, что я и, в общем-то, и предсказывал. Ну, не надо было на самом деле быть семи пядей во лбу и быть вещим Олегом или там вещим Анатолием для того, чтобы это предсказать. Проте мер цю інформацію спростував, мовляв, він просив допомогти український уряд, а не Кремль. Ну і далі він розповідає про те, що всі провокації, ми о них знали, тому ще з мая почали проводити ряд мер для того, щоб... Оці всі провокації, я просто дивився спеціально відеоролик, який показує, де Путін ніби дає доручення там, і так далі. Ці всі ролики, вони всі монтажні, постановочні, тому що на сьогоднішній день у Криму у самих немає газу. Он там долго еще, долго рассказывает. Я не думаю, что вам все это надо смотреть. На вчерашнее утро, насколько я знаю, руководство вот этой всей области активно искало выход из сложившейся катастрофической ситуации, выход из ледяной ловушки. Вот. Ну, скорее всего, судя по тому, как сосредоточенно они искали выход, то выход был найден. Но следовало ли искать этот выход? Вот я не знаю, я не могу взглянуть в головы к людям, наделенным серьезными полномочиями, людям, которые транслируют там всякие федеральные каналы. Я не знаю, для чего это нужно было делать. Но, конечно же, мы отправились в замерзающий ледяной Геническ. Отправились в эту ледяную ловушку. Как мне, вы, уважаемые зрители, и советовали. А не хотите ли спросить у самих жителей Геническа? Мы отправились. Мы спросили. Задавали вопросы два. Первый вопрос, это, собственно, нужен ли вам газ от Путина, потому что Путин сказал, что дает газ. И второй вопрос, как вы относитесь к блокаде Крыма. Еще один важный нюанс. На улицах людей нет. Вот вообще нет. Я не знаю, из-за чего это. Возможно, из-за того, что обморожение, там, знаете, там гололед, опять-таки люди падают. Мы поэтому отправились на рыночек местный. Вот там вот единственное было скопление людей. А так город вообще тишина.
Я хотел у вас узнать, вчера Путин сказал, что он даст генический газ. Вам нужен газ от Путина или нет? Не все равно от того, лишь бы тепло было. Добрый день. Скажите, пожалуйста, вы в Генической живете? Нет. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, вы живете в Генической? Да. Вчера Путин сказал, что он даст Генической газ. Вам нужен газ от Путина? Можно я не буду отвечать? Можно я не буду отвечать? Как вы относитесь к блокаде Крыма? Отвратительно. Почему? Потому что это нарушает всевозможные законы. На свой эти газы, на путинский газ. Я вообще проукраински настроенная, так что против Путина, против Путина. Вопрос второй. Против всего то, что он делает, против его политики. Вопрос второй. Как вы относитесь к блокаде Крыма? Блокаде Крыма? А какая блокада? Там нормально люди живут. Какая блокада? Ну как там блокада? Люди нормально живут. Вообще не интересует. Хорошо, следующий вопрос. Как вы относитесь к блокаде Крыма? Я не знаю, что вам на это отвечать, потому что от политики я далека. Это он хочет сказать, что он отдаст нам наш газ. Я не знаю, что он хочет сказать. Мне интересно, что думаете вы. Я на эту тему ничего не думаю. Хорошо, второй вопрос. А как вы относитесь к блокаде Крыма? Положительно. Почему? Почему? Ну, это уже третий вопрос. Вы говорили о паре. Значит, смотрите, вчера Путин сказал, что даст генический газ. Вам нужен газ от Путина? У меня дома магазин. Что? Чуть-чуть дольше. Не надо. Вам не нужно. Второй вопрос. Как вы относитесь к блокаде Крыма? Плохо. Почему? Не, я не подключен к газу, не газифицирован, если честно, мне все равно. Второй вопрос. Как вы относитесь к блокаде Крыма? Не могу даже ответить. Вчера Путин сказал, что даст газ генический. Не, нет. То есть, вам не нужен газ? То есть как-то нужен был генический? Не, но я имею в виду, вам нужен газ от Путина? Конечно, нужен. Хорошо, второй вопрос. Как вы относитесь к блокаде Крыма? Интернет выложил. Что вы хотите узнать? Вы живете в Генической? Постоянно. Вчера Путин сказал, что даст Генической газ. Вам нужен газ от Путина? А какой интерес твой? Мне вот интересно, что говорят люди. Люди что говорят? Я тебе скажу. Будем жить при России, не будем жить при Украине. Все. Я конкретно тебе говорю в глаза. Насрать на Путина, на всех, но будем жить при России. Все. У меня газа нету. Я отопление у меня печечное. У меня нету газа. У меня вообще газа нету. У меня Путин ничего не надо. У меня печное отопление, мне газ не нужен. Как он может дать это жить? Это нереально. У нас есть газ на стрелке, да, я буду Путина. Нет, у нас улица без газа. Суворова, Азовская, Кирова, там Коломорь. У нас газа нет, мы углем там. Понял. И второй вопрос. Как вы относитесь к блокаде Крыма? Никак, я политику как-то не сильно. Слышал.
слышал этого всего. Мы без разговора не хочу разговаривать.